Всем привет! Сегодня 4 мая и прошло 4 дня после прививки огурца на лагинарию. Сегодня я снимаю пакеты, это вроде как мини такие парнички у нас были, и снимаю клипсу с прививки. Я здесь уже это начала делать, хотела вам, конечно же, это показать. В данном случае здесь у меня привит огурец на лагинарию. Неплохо прижился. Сейчас покажу саму прививку. Вот так выглядит прививка. Срастание хорошее. Вот здесь уже почетче видно. Огурец видно, что уже начал приживаться, потому что, смотрите, семидольные листики это огурца. Такие упругие, хорошие. Листик уже настоящий, тоже хороший. И здесь уже зачаток второго настоящего листа. Это лист лагинарии. Приживаемость хорошая у всех растений. Ну, вот, допустим, вот еще один огурец, тоже привитый на лагинарию. Это лист лагинарии. Огурец. Место прививки. Сейчас покажу. Вот. Срастание хорошее. Огурец, можно сказать, что прижился. Вот видите, уже какой второй настоящий лист. Так, хочу еще показать привитый мной арбуз. Я его прививала 2 мая. Вот в таком он состоянии. Немножко лист завял. Но ничего страшного, он выпрямится. Это вообще не играет никакой роли. Вот настоящий лист у арбуза в хорошем состоянии. А семидольки, они потом выпрямятся. Видите, я еще даже клипсу не сняла. Снимаем клипсу. И вот у нас место прививки. Тоже неплохо сросся. Видите? А вот эта вялость у семидольных листиков, она потом уйдет. Уже завтра ее не будет. Также вот еще один арбуз, тоже 2 мая я его привила. Вот в таком состоянии. Клипс еще не сняла, можно снять. Тоже, видите, неплохое срастание, хорошо срослись 2 стебля. И тоже небольшая вялость у семидолек. Но ничего страшного, все это пройдет. Пока растения стояли в теньке, они у меня не стояли под лампой. А лагинария, стебель лагинарии, конечно, подвытянулся. Поэтому я, конечно же, обязательно буду заглублять до срастания стеблей. Сегодня я всю эту рассаду вывезу уже в деревню и завтра буду высаживать в грунт. Я надеюсь, что я этот момент постараюсь снять. И встретимся с вами уже в огороде. Всем пока!